Студенты на лекциях, поэтому сегодня почти все столы в учебной аудитории свободны. Кроме одного, за ним команда ребят работает над «Мимикой». Это мобильное приложение для людей с диагнозом паралич лицевого нерва. В программе упражнения по гимнастике для лица. Регулярные занятия помогут восстановить функции мимических мышц. Идея создания такого приложения возникла в процессе обучения в аспирантуре, которая у меня как раз заканчивается в этом году, в Белорусской медицинской академии постдипломного образования. Реализацию свою она получила на первом научном хакатоне. Работа над мимикой стартовала 2 месяца назад в новом бизнес-инкубаторе БГУИРа. И вот уже несколько студентов вуза прикладывают руку к новому проекту. В распоряжении команды аудитории современные персональные компьютеры бизнес-инкубатора. Также бизнес-инкубатор, я надеюсь, будет помогать менторской помощью, поддержку оказывать советами профильных кафедр, потому что наш интерес – это компьютерное зрение, машинное обучение, нейросети. И я думаю, что в нашей команде будут полезны специалисты, которые работают в БГУИР. Команда «Мимики» и несколько других стартаперов – первопроходцы не только в своем деле. Еще они первые участники бизнес-инкубатора, поэтому внимание к этим проектам пристальное. За год ребятам нужно показать результаты. В противном случае их место может занять новый, более перспективный проект. Если есть заявки, они могут поступать всегда в бизнес-инкубатор. И когда будет собираться определенное количество заявок, мы будем собирать заседание экспертной комиссии. При наличии свободных мест сюда новые будут поступать участники. Сейчас бизнес-инкубатор приглашает экспертов для оценки проектов и менторов в помощь молодым специалистам. А у команды «Мимики» в планах разработать готовое мобильное приложение и запустить его. Представить проект хотят уже этой осенью на стартап-битве в Сан-Франциско. Пожелаем ребятам удачи на мировой арене!